Начнем выпуск чрезвычайного сообщения. Сегодня под Алматы разбился самолет Challenger 200 авиакомпании «СКАТ». По данным МЧС, авиалайнер разбился вследствие крушения об землю. По предварительным данным, погибли 22 человека. Пожара не было. Кроме того, по официальной версии, крушение не связано с погодными условиями. В данное время на место аварии работают представители ДЧС, МЧС, Аким Алматы, пожарной службы, службы спасения и полиции. На месте началась работа следственных органов. Новость о трагедии близ Алматы разлетелась вмиг, и о крушении казахстанского самолета заговорили все зарубежные СМИ. В начале выпуска срочное сообщение. Несколько минут назад стало известно, что недалеко от Алматы в Казахстане разбился пассажирский самолет. По предварительной информации, на борту лайнера находились 5 членов экипажа и 15 пассажиров. Сообщается, что все они погибли. Известно, что лайнер Bombardier Challenger 200 принадлежал казахстанской авиакомпании «СКАТ». Катастрофа произошла между Кульжинским трактом и поселком Кызылтау, недалеко от Алматы. Известно, что разбился лайнер при заходе на посадку. В районе аэропорта стоял густой туман. Предварительной причиной катастрофы называют погодные условия. Других подробностей пока нет, но будем следить за сообщениями из Казахстана. К слову, в последний раз разбившийся Challenger 200 отремонтировали в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.